Hi, darling, с вами Симона, и мы с вами, будь здорова, продолжаем все-таки, несмотря на все наши лишения и тяготы, и невзгоды, продолжаем играть в After Us. Я вот уже вижу врагов впереди, но иду, все равно иду, знаете, это ж такова жизнь. Вот что поделать, ничего не поделать. Почему ты вот куда попал-то? Вот нет! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. А вот так, а так почему-то я вот сейчас же в него, я на него же прям не смотрела. Почему она вот прям в него точно направила свой точный выстрел? Тебя не поймешь, короче, женщина. Не то ты, блин, во всех попадаешь, не то ты вообще ни в кого не попадаешь. Ага, давай, поймай меня. Конечно. Поймай меня! Как это? Белатрис. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отстань, отстань! Так, отставить вот это все быстро. Сейчас же. Вы бы хоть вообще сказали, что вам надо? Что вам надо-то? Друзья. Что это такое? А вон еще сидит. А ты, слушай, тут у тебя друзей били. Ты как бы, тебя это вообще не парит, да? Момент. Пофиг, да? Ну да, очевидно. Мало ли что очевидно. Так, и чё? Вот ты за стрелку отвечала тут. И что мне делать? А может быть я могу... мне надо что-то с этими вагонетками делать, да? Ну прекрасно. Допустим, я толкну вот эту, а потом я ее толкну обратно, она поедет туда. Хотя вообще, я даже что-то карту не смотрела в этот раз. О, уехал туда, прям вот куда я сказала. А надо оно нам было. Нам вообще куда? А мы вообще где? А почему мы нигде? Там кто-то идет. Блин, ну я не хочу! Ну я не хотела! Ну я же сказала, что не хочу! Ну и что? Ну вот это вот зачем? У него даже глаз нету. Он в коробке, он даже не видит. Блин, мы коробку сбили, теперь он видит. Так, воспоминания, наверное? Нет. Просто какое-то сохранение произошло. А, может, я этой вагонеткой должна была его сбить? Нет! Вы мне объясните, я почему нигде? О, тут вообще... А ты почему такой? Объясни свою огромность. Ты почему? Что у вас здесь вообще происходит-то, я не пойму. Так, вот у нас упала... Значит, вагонетка. Аккурат вот прям туда, куда нам надобно. Это ли несчастье, как говорится? Так редко что-то тут происходит вот ровно туда, куда нам надо, поэтому... Вот. Наконец-то появился человек, по которому я могу походить. А не вот как вот эти все. Так, эти что-то сокрушаются. Значит, надо им вырастить деревьев. Чтобы они не так сильно расстраивались, правильно? Правильно я понимаю, это работает? Мне, наверное, надо туда вниз, вместе, наверное, с этой вагонеткой. Поехали. Оп. Оп. Нет, а мы где? Где мы? О, мы вернулись на какой-то путь. Может, карта заглючила в прошлый раз-то? Я не понимаю, слишком сложное устройство вот этих вот всех ходов, чтобы искать духов. Вот серьезно. Так ты почему? Меня это уже даже не трогает все. Понимаете? Вот эта вся ситуация. Она даже вот... Я совершенно чувствую себя отрешенной от нее, от ситуации, собственно. Допустим, спой. Она говорит,
туда надо. Так а я оттуда примерно и пришла. Чё она мне сразу не сказала, что там какое-то воспоминание существует? И вот и что. Так, сохранили нас. Прекрасно, прекрасно, чудесно. Что это нам дает? Вот дерево вырастим, вот этого прикадычим. И вот этого тоже. А, этого нельзя. Ну, извините. Чё мне надо дальше делать? Куда я иду? Куда мы движемся? Это философский вопрос, между прочим. Давай, давай, давай. Опа. Тихо, 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 тихо. Угу. Угу. А естественно, я сначала должна на вагонетку спрыгнуть, правильно? А хрен я так попаду. А как я до туда допрыгну? Тут же эти тентакли сраные. Так, ну ты вообще не уперлась никому здесь. Уходи, пожалуйста. Так. Я сейчас как дам? Чё делаете? А почему она упала? Мы ж даже не на краю стояли, алло. Что происходит в этой игре? Нет, погодите, обождите. А как я останавливаю? А, в той стороне мне, видимо, и не надо останавливать, потому что там взорвется, а до меня не достанет. Да? Или надо до туда бежать теперь? А, меня достанет, нормально? Чё это за бред вообще? Чё и вообще, что за идея фикс у этих игроделов? Вот эти какие-то бессмысленные усложнения запихивать в игры. Причем под конец. Вот под самый, блин, конец игры. Так, ну вот, я такая сейчас вот сюда побегу, 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 а потом так сделаю. Вот и до свидания. Чего? Куда вы показываете? Не понимаю. Я ничего не понимаю. Ты сидишь с воспоминанием 100%, да. Ага. Вон даже кот офигел. Кот вообще в шоке. А знаете, кто больше всех в шоке? Я. Куда идти-то? Они показывают куда-то туда. Я сейчас посмотрю по карте. Мне надо вперед. Ну вот, в общем-то, собственно, вот туда. Но я не вполне понимаю. Не до конца. Меня вот сюда нелегкая привела. Зачем? За воспоминанием? Реально? Реально? Куда мне? Стоп. Вот туда. Мне направо. Мне вот в ту сторону. Здрасте. Как вы это себе представляете? Здесь же ничего нету! Ничего же здесь нету. Может, по каким-нибудь вот... Но нету здесь ничего. Ой, ой. Понаставят ноги свои. О, а может быть здесь как-то спуститься? Ну они-то стоят, они мне все время подсказывали, куда идти надо. А теперь они ни черта не подсказывают, они теперь... Нет! Нет! Да блин! Я манала вообще это все. Я даже вот не подозревала, что это... О, еще. Так, в общем, что-то она радуется, кот не понимает, чему она радуется. Кот считает, что это все было излишним. Мы погладим ослика. Вот погладить ослика, это вообще никогда не излишне. Это вообще, это вот прям самое, что ни на есть. Вот прям вот, что, то, что надо. То, что доктор прописал.
Так и чё теперь? Проклятые эти. Ну куда? Ну мне налево. Вот туда. Вниз. Вниз? Мне куда? Вот сюда пойду. Некуда мне больше. И сохранили меня тем более. Я человек простой. А я не в ту сторону иду. Я ничего не понимаю. Как вы задолбали. Еще я вот думаю, может реально как-то тупит у меня карта, потому что сама игра при запуске просто вытворяет неизвестные вообще вещи. Я ее запускаю только раза с четвертого, наверное, хотя у меня даже никаких других процессов больше не происходит в компьютере. То есть как бы все вообще спокойно должно происходить. А почему я везде-то должна успевать? А как я там успею? А что происходит у вас? Что это за такие сложные задумки? Вот там, где меня, по сути, не должно быть. Мне карта говорит, что я иду вообще не в ту сторону. А у меня здесь такие головоломки какие-то бешеные. Ты что стоишь? Я уже даже не понимаю, где я, куда мы движемся, к чему мы движемся. Сохранили опять. Ну, хоть сохранили. Я реально не понимаю, я должна быть где-то уровнем ниже. Ну, так я сейчас примерно это и попыталась сделать. Причем здесь сохранили, но, чтобы вы понимали, вот отсюда пути практически нет никуда. То есть там какие-то камни. Куда я должна с них попадать? Допустим. Допустим. Я здесь должна находиться? Я не знаю. Вот, ну конечно же я здесь должна находиться. Ну это естественно. Если бы я здесь не должна была находиться, чё бы они здесь дежурили, правильно? Им чё, больше всех надо? Ты чё, в обратную сторону бежишь? А, нет, ты застрял. Ты застрял. Ну ладно. Ни у кого даже воспоминаний не завалялось. Какого-нибудь вшивого, сраного воспоминания. Хотя бы одного. А что-то, может быть, вот какой-то дух где-то тут-то. А, дух, наверное. Что за звуки? Что у вас здесь за звуки? Вон дух-то, наверное. Здрасте. Не понял. Вот дерево на вагонетке выросло. Вараны вон сидят. О, этот, наверное, с воспоминанием сидит. Вот этот. А, понятно, мы будем выращивать деревья. Ладно, выращивайте что хотите. Только, пожалуйста, вот то, что я говорю, тоже можно делать? А, он с телевизором. Вот бы сейчас еще из-за вот этих каких-то просто картинок, которые даже не сюжетные, а просто картинки. Вот бы сейчас еще выкабениваться полчаса. А, эта девочка танцует, она делает статуэточку. Но она выглядела вообще как сумасшедший ученый в начале этого всего безобразия. Нет, мне явно не сюда. Ну вот, что-то там говорит вот этот у меня дух, значит. Ну так а что, если он не хочет, опять же, спасаться, вот он не хочет. Почему я не могу вот эту вагонетку пихнуть внутрь? А потому что тут рельсов нет больше. Как вам такой поворот? И я не вижу каких-то входов других. А я еще раз повторяю, не хотите, если вы спасаться, вас никто не будет принуждать.
Совершенно это никому нахрен не надо. Пожалуйста. Вон вараны ходят теперь с осликами. Радуются жизни. Я что, нанималась? Мне больше всех надо? Нет. У меня вот есть цель. Я хочу найти оленя. Хотя я уже подозреваю, что самый... Твою ж дивизию. Что самый главный олень — это я. Ну это трындец. Ну это все. А чё, а где? Ну это пипец. Не успела, все равно не успеваю, там еще дальше. Вы что, смеетесь, что ли, надо мной? Ничего себе, еще с первого раза получилось. Я в шоке. Ну и что? Я не пойду туда. Нет, идите в пень. Я уже тут исходилась. Я уже свое отбоялся. Все, идите нафиг лесом, вот реально. Я уже хочу допройти хотя бы сюжетку. Это вот... существуют вот такие игры определенные. Когда ты понимаешь, что ты переоценил, значит, побочки. Не надо сюда прыгать. Это нам без надобности. Нет. Отстань, гнида. И сейчас выбросит меня в тентакли. 100%. Все, до свидания. А вам не до свидания, видимо. Все, тоже до свидания. Смотрите. А их тут до хрена. А их тут тьма. И стул оставили. Они, наверное, планировали в меня бросаться этим стулом, между прочим. Они что вообще любят? Вот это вот все. Все. Кто тут у нас далее? А что ты там внизу сидишь? А, потому что тут кто-то другой не сидит. Так, только не упади, пожалуйста, в тентакли, я тебя прошу. Ну давай, давай, давай! Вот. Прекрасно. Тревожно у вас тут, если честно. И непонятно, где олень. Вот где-то тут наверху этот еще какой-то. Ну спускайся ко мне, что я за вами, за всеми тут бегать буду. А где он? А вот, ну вот спустился. Ну это правильно. Я успела. Понял. Будете тоже тут мне. Так, что получается, все, да? Это сохранятельное место, так или нет? А, там еще. Там вон еще. И, ты что, психованная? Ты психованная? Уйди. Уйди. Вот. Все, освободила я вот эти штуки-то или нет? Как будто бы теперь надо обратно вниз. Показалось, что там кто-то ходит. Но нет. Как будто надо обратно вниз мне или нет? Или наоборот, куда-то вот сюда. И там наверху я могу... Здрасте. Так, ну это же тентакли, на них даже моя вот эта штука не работает. А нахрена я сюда тогда пришла? А зачем оно мне надо? Кто-то знает вообще, зачем я сюда пришла?
Я шла просто, чтобы освободить эту башню. Значит, мне теперь надо вниз, чтобы сделать эту башню своим сохранятельным местом. Если я правильно понимаю логику. Так, вот тут мы шли. Вот тут мы идем дальше. Оп, опа. Вот какие мы ловкие, прыткие. Да, вон там у нее эта штука. Сейчас я в нее сердце свое как отправлю. Вот. И это теперь. Вон. Сохранятельное место. И мне его... Оперный театр. Это что за планетоид? Что это такое? Давай, 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 давай. У нас нет времени совершенно. Очень хочется спасать мир срочно. Вот деревья хочу вырастить. Блин, мы варанов не гладили. Давайте погладим варана. Ой, извините. Вот, варану понравилось. А слоны не даются. Вот, варан, доползи, пожалуйста, до слона и расскажи ему, как прикольно, когда я тебя чешу. Разрекламируй ему, пожалуйста. А то он вообще себя ведет как... эта девочка, она... Она не ходит больше. Или, ну, типа, когда-то, может быть, ходила и сделала статуэтку, как она танцевала. Или просто мечтает, что она танцевать могла бы. Я не могу. Я для чего вообще играю в игры? Чтобы грустить? Каких-то птеродактилей мы когда вообще возродили? А, это орлы, наверное. Или нет? А давайте не лезли тентакли отсюда на нас. Я не запустила таймер! Етить колотить. Сейчас посмотрю, сколько. Ага, вот это мы, наверное, как раз-таки к оленю, наверное, пришли, да? Секунду. Сколько я записала-то? 23 минуты уже. Вот. Значит, еще надо сколько? 35. Где-то. Примерно. Ага, а тут, значит, уже работает вот это мое, да? Да. Тут я могу так делать. А то с тентаклями это не работает. А с этой жижей работает очень... Чё? Это что за автоматические турели еще здесь? Слушайте, а чё, реально такое ставят на оленей? Какое-то автоматическое, типа как ружо. Где мы вообще? Давайте посмотрим. Ну да, мы получается прям вот. Прям вот. Господи, это так ужасно. Вообще, в принципе, вот охота как развлечение меня вызывает омерзение какое-то. А когда... Ну, то есть, типа, ну, по сути, ну, хотя бы это можно оправдать хотя бы тем, что это... Вот такой вот у нас спорт. Выследить там животное, попасть в него и так далее. А когда вы ставите какие-то автоматические штуки на вот на оленей, в этом чем прикол? В чем спорт тогда? То есть вообще никакого объяснения нет. Это просто бессмысленная жестокость. Это и так-то слабое объяснение. Так, меня сохранили. Она еще и поворачивается здесь. А куда мне? Ну это же... Да хватит. Хватит. Мне, наверное... А, надо вот тут за деревом, наверное, спрятаться. Вот. И в эту сторону, наверное, надо нам пойти. Не знаю, чем это обусловлено. Просто надо. Ну вот опять, ну путь должен быть какой-то один. Потому что невозможно же здесь сориентироваться. Вот я как куда пришла?
У тебя куда пришла? Туда же, где была? Откуда пришла? Или это другая уже какая-то локация? Не понимаю же. Уйдите. Может быть, сюда? Но может быть и нет. Не очень понимаю. Даже ориентира никакого нет. Куда мне? На Луну? Я же не волк спасаю, а оленя. Отстань. Куда же мне идти? Нет, ну явно мне в эту сторону-то. Тут еще непонятно, от нее свет исходит или от этой лампы. Не поймешь. Так сразу и не поймешь. Нет, ну, наверное, значит, сюда. Это проход. Ничего себе. Ничего себе вы тут напридумывали вообще. Фуй. Отстань, уйди. Кыш, брысь. Вот тут сейчас спрячусь. Ага, потом, наверное, туда надо. Давай, отворачивайся. А как я до тут допрыгну-то? Я до тут никак не допрыгну. Здрасте. И чё? Отвали. Да ну еще и мажет. Я вообще не понимаю смысла. Ага. Так, почему-то завибрировало. Ёперный ты театр. Это ж надо, во все ловушки попалась. В какие могла. Вот прям во все попалась. Ну надо, наверное, вот по вот этим лампам идти. Ну, типа, где опасность, туда нам и надо. Нет? Иначе зачем это все? Не надо так опрометчиво поступать. Ой, тут капканы! Очень много. И чё? А, это чё? А подождите. Нифига в ней силище. Разжать капкан нормально? Да я же обошла. Вы какую площадь вообще осваиваете, ребятки? Так. Вот я не понимаю, куда надо-то? Нет, ну вообще, конечно, вот чё игра точно делает, как бы вот филигранно. Она тебя прям помещает, что называется, в шкуру всех вот этих зверей, над которыми, ну, человечество, можно сказать, вот такими способами издевается сейчас. Просто побегай. Ой! Что надо сделать-то? Ну? Нет, да, нет. Что такое РТ? Ну, РТ. Я нажимал РТ, и что? Чего ты хочешь? Я нажимаю РТ. РТ написано. Нажимаю. Надо еще бежать. Пробег, ничего не написано. Написано РТ нажать. Я нажимала РТ. Ничего не знаю. Так. Куда? Ну тут хотя бы не тентакли. Все нормально. Ой! Да ё!
Отста... Я даже не заметила капкан этот, на самом деле. Всё. Ах, оставьте. Ах, оставьте. Стрельба повсюду. Так. Нифига тут просто минное поле. Трэш. Они же как-то рандомно почему-то срабатывают. Знать бы еще, куда мне надо. А может мне сюда? Да, походу мне сюда. Не очень понимаю. Но меня сохранили. Надо просто бежать. Быть оленем очень страшно. Очень страшно быть оленем. Со всеми этими мемами эта фраза играет новыми красками, конечно же. Но это кошмар, реально. Ну и типа, вот, пожалуйста. В этом плане, конечно, игра это очень круто делает. То есть ты просто такой, а давай. Чё, нравится охота? Побегай. Мне не нравится охота, если что. Я считаю это очень странным. Я не знаю, что это развлечение. У меня даже не поворачивается просто язык назвать это развлечением. Даже жарко стало. Жалко стало и жарко стало вообще. Бедолага. Какой большой, какой красивый. Друзей дозовет, наверное. Блин. Ну все, осталась свинья. Это мое тотемное животное, между прочим. Между прочим, я родилась в год свиньи. Сейчас будет очередной монолог прекраснейший. Ой, да, я знаю, тебе фигово, но помогать я тебе не собираюсь, потому что я мать, нефиг взять. Осталось найти только один сосуд. И вся моя жизненная сила будет восстановлена. Тогда я верну жизнь в мир. Я изгоню пожирателей. А ты даже прям запереживала, что-то думаю, а может, не надо. Ну пусть ходят, ладно. Ну чё? Ну что такого? Ну подумаешь. Ну ходят. Ну и ладно. Я очень много вообще. Я просто на тьму духов уже забиваю, потому что, ну реально не вижу смысла. Подождите. К Свинтусу как пройти? Где он? А какой самый близкий путь-то? Вообще никакой, что ли? Вот тут, наверное, надо нам идти по вот этой желтой дороге и как-то выходить. Мы вообще там не бывали. В тех краях даже никакое не открыто, вообще ничего. Не, ну, конечно, для лучшего вот этого всего не хватает только свиньи. Так, это нам, получается, надо... Ну, вот, как бы, налево и назад. Вот кот тут... А, ну, на поезд, понятно. А как думаешь, это дикий кабан? Не знаю, может, дикий кабан, может, домашняя хрюшка. Ну, вообще, наверное, дикие кабаны. На них тоже охотятся.
Очень много, причем нахрена? Я реально вот вообще не понимаю прикол. Вы голодные? Или что у вас? Или это инстинкт? Мы ходим удовлетворять инстинкты охотника. Не знаю, по-моему, это просто какой-то... Ну, не знаю. Просто живодерство. Просто бессмысленное какое-то насилие. Мне в последний вагон. Мне в последний вагон из центра. Мне надо там выйти. Поехали. Шеф, гони. Давай. Будь здоров. Как-то я сначала так вот пыталась, типа, прям всех собрать обязательно, чтобы все вот это вот... Ну, просто ты уже начинаешь вот не удовольствие от игры получать, а уже начинаешь... Когда это просто уже закончится? Поэтому я спасаю тех, кто хочет спасаться. И все. Остальные меня не интересуют. Так, согласно карте, нам куда? О! Согласно карте, нас высадили вообще не там. А, вот нам... Ой! Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет. Нам надо вот в сторону вот этих... Короче, прямо. Вот в сторону духов. Я так думаю. Наверное, туда мы и пойдем. Она пока еще тут ничего такого не видит. Ой-ё. Подождите. Наверное, надо через вон тот проход какой-то. Вон они все куда-то шли, и нам надо туда тоже. Вот тут и место сохранятельное существует. Или тут драться надо с кем-то за него? Да вроде нет. Так. И карта говорит, что... Вот мне прямо. Вот прям туда мне и надо. Вот куда все эти люди пилят, вот и туда мне надо тоже. Куда же они все шли? Ну я что-то думаю, что нам игра не ответит на этот вопрос. Если честно. Мы просто все восстановим. Скорее всего, ценой собственной жизненной силы. Так сказать. Так, вот она говорит. Вижу где-то дух здесь. Ага, вон он. Но они говорят, нет, тебе туда. Такие вы хитренькие. Вам всем, значит, сюда, а мне туда. По буеракам, по каким-то. Вот такие вы гостеприимные. Поэтому вы и вымерли. Понимать бы, вот понимать бы еще, куда я, собственно, двигаюсь. А я могу вот сюда попасть? А, могу! Я так попаду внутрь? Не попаду, а попаду. О! Опа! Опа! Вот так вот. Ты на пенек сел? Должен был косарь отдать. Так, ну она здесь ничего такого не видит. И мы вообще не в ту сторону, в какую-то двигаемся. Ну они туда шли, вот эти люди.
А мне нельзя сюда? А чё ж вы сразу-то не сказали, что мне нельзя? А куда мне можно? Более того, куда мне нужно? Игра задолбала не рассказывать, какова вообще моя цель. Цель поездки. Так. Ну, допустим, цель поездки спрыгнуть на трубу. Вот таким вот образом. Ну и вон туда, наверное, к людям. Потому что они, конечно, идут вообще... Прям очень... Да что тебя бултыхает-то опять? В разные абсолютно стороны. Ты можешь сосредоточиться? Смотри. Вот. Видишь? Все нормально. И там вот дух, если я все правильно понимаю. Мы, да... Естественно, надо поближе подойти. Кто это? Ой, это какой-то попуг. Или нет? В общем, какой-то петец. Что еще у нас тут есть интересного? Так, ну просто надо далее пилить. Он так что на них поглядывать. Че это вы? Так. Это пар жжется, да? Нет, кстати. Никакого урона мне не пришло. Ага. Вот, наверное, по коробочкам. Мне! О, подождите, а тут что-то интересное у вас. Что-то в офисе происходило, они каких-то роботов делали. Это был завод по производству роботов? Мне туда! Нет! Нет! Ну за что? Ну зачем? Ну почему? Ну как? Надо это делать, видимо, вот в эти моменты, когда оно останавливается, все. Ну я тороплюсь просто. Вы не понимаете. Правильно? А-а-а. Оп. Так, и чё? Правильно? Все еще пока правильно. Нет, уже неправильно, уже неправильно. Аф. Вот так вот взяли и наверх отвезли нас. Стремно, на самом деле. Не чувствую, что я управляю ситуацией. Так. А сейчас-то куда? Не туда, вот куда я повернут, в другую сторону. Почему-то эти чечки показывают наверх. А может быть мне по трубам, по каким-нибудь опять наверх. Нет, лагать не надо. Ну она хотя бы, знаете, тут как-то так вот придумано, прикольно. Что она, если очень сильно залагает, она прям умирает сразу. И это здорово, на самом деле, потому что, блин, иногда так встрянешь, потом думаешь, ну и что мне делать теперь? Не понимаю, куда мне?
Мне надо как бы вот сейчас надо вернуться чуть-чуть вот на путь истинный. Это где-то вот на коробочках, на вот этих. Но я же с них пришла. А, ну... Эти как-то спускаются сверху вниз. Чё мне надо сделать-то? Мне надо вон на вон туда. Да? Окончательный мой путь. Да. Мне вот туда. И как я там окажусь? А я допрыгну отсюда вот до этого? Нет, конечно, если он поедет ровно в эту секунду, когда я решу на него прыгнуть, естественно, я не доеду. Не долечу, точнее. Нет, она не допрыгнет. Так а куда мне? Вы задолбали. Просто, чё это так сложно? Просто объяснить, куда мне надо. Оказывается, эта стена какая-то активная стена. А кто знал? А кто же знал об этом? Вот вы знали? Выглядела как любая обычная стена. А как? Вот на вот эту другую, любую обычную стену надо прыгать. Прям просто в сантиметре. Так, хорошо, духи. Духи. Здрасте. Здрасте, мне туда не надо уже. Ладно. Могу и так. Вот совершенно мне не западло даже. Да что происходит? Так а почему обратно-то? Мне не надо обратно. Вы что, издеваетесь? Да и ну вас в баню. Ну я не понимаю, ну реально, ну что это за бред? Он мне показывает чего? Что мне надо прямо. Вот я пытаюсь пойти прямо. Типа я должна перепрыгнуть вот на ту коробку, успеть, которая идет вверх. Так нигде не показано, что мне надо вверх. Мне надо вперед, вон туда. Я должна как-то успеть, короче, перепрыгнуть на неведомую абсолютно коробку мне. Оп. Да блин, ты... Я только придумала, как это все сделать, а ты, блин, падла, издеваешься надо мной. Все, значит, сразу сюда. Идите в баню с своими движущимися коробками. Я-то думала, я сейчас сделаю, как бы, чтобы удобнее было, чтобы мне сподручнее было, а оно мне вообще только боком вышло все. Не надо смеяться, ничего смешного я не вижу здесь совершенно. Где-то ты должна уже его видеть. А он где-то наверху. Здрасте, в смысле наверху. Почему это он наверху? А, ну да, он где-то выше уровнем почему-то. Блин, ты что, серьезно? Я не полезу, нет. Нет, даже не думаю, все, забудь о нем. Он останется здесь навсегда. Ну. О, тени какие криповые. А от кого эти тени? А от кого эти тени? Нету такого здесь. Нету ряда такого, чтобы вот так было.
О, лежит. Здравствуйте. Так, считают. Щитоводы. Ну, хорошо. Так, и что мы должны сделать? А, ничего. Мы должны, наверное, через вот эту стену перепрыгнуть на... Не... Ну, ладно. Правильно же? Нет, мы почему-то выше находимся, чем надо. Ну и хрен с ним. Что-то они дрались тут. Непонятно. Причем почему-то маленький бьет большого. Это еще почему? Так, и что вы от меня хотите здесь? Чего я? Чего? А! Блин, ты чё, издеваешься, что ли? Так. Интересно, очень даже. Я правильно хоть иду-то? Пожалуйста, скажите, что я правильно иду. Вроде да. Вроде все окей. Можно? Спасибо. Вот, специально все какими-то тенями заделано, чтобы вообще не разобраться было. Оп. Так, окей. Окей, теперь куда? Теперь... Направо? А, ну, вот сюда, так? О, господи. А, я должна по вот этой и вот этой, да? Естественно, я должна по вот этой и вот этой. Естественно. Разве у кого-то были сомнения? Сейчас хотите, дерево вам выращу? Вот. Не благодарите. Я не погибла! Вы что? Издеваетесь надо мной? А! И чё? И чё? И чё? Вы хотите, чтобы я сюда запрыгнула? И что я буду делать? Допустим. А дальше я что буду делать? Дальше мне куда-то, блин, вообще налево. Мне вот как бы туда. Окей, ладно. Нифига не ладно. Сейчас-то правильно? Ну, как будто бы что-то около того, да. Трындец какой-то происходит у нас. Так. Допустим, я типа должна вот тут залезть. Спасибо. Правильно? Или не очень? И где-то тут прям дух, представляете? Очень интересно. Вот спрятался так, сразу видно, не хочет спасаться, да? Вот сразу же видно. Ну ладно, давайте попробуем. Что-то мы совсем уж с вами филоним. Не хотим никого спасать. Давайте попробуем. Здравствуй, друг. Конечно! Конечно же, до тебя так ничего не дотягивается. Естественно. Ты кого-то удивил тут? Нет. Ой, зато это кролик. Ну, я так думаю, что мне так высоко нафиг не надо. Мне, наверное, надо вот сейчас на трубу, да? Наверное, да. Наверное, на... Ты издеваешься, что ли? Ой.
Я думала, я уже бегу, а я, оказывается, еще в воздухе была. Ой, короче, какая-то жесть. Да не надо туда бежать уже. Уже все. Вот. Сюда пойду. Опа. Ты откуда здесь появился? А я типа правильно понимаю, что я могу... Да, естественно, я могу пощекотать всем нервишки. Ну, естественно, у меня ничего не получилось. Но меня тут где-то сохранили прям, вот. Нет, ну здрасте, приехали. Что ж, я совсем безрукая, что ли? Вот. Ну и что тут ценного для нас? Ну, что-то еще считали, а потом обсуждали. Че? Вы думали, что это реально полезное будет? Ой, извините, извините. Так. Слушайте, ну пока со свиньей... А при чем здесь свинья? Почему-то заводы. Причем там какой-то вообще у них какие-то роботы были там на схемах. А свиньи-то здесь при чем? А сохранять меня будут, а то уже времечко у нас выходит. Ну, здрасте! Разошлись быстро! Я сейчас этот митинг пресеку вообще сразу. Я что, непонятно объясняю? Или что? Я сейчас вам устрою здесь такое... Вон, сколько я разом. О, там у одного рот открылся просто аж вообще до каких-то неимоверных размеров. Я ж в тебя попала, слышь ты, гнида. Ну вы и уроды, еще и стульями бросаются. Вы видели? Вы видели? И хватаются. А кто вам такой ровный пробор сделал, молодой человек? Живете как бомжи. А причесанные вон какие. Может быть, это вот эти вот чубрики, это которых пожрали пожиратели? Ну, типа, дети, которых пожрали пожиратели? Прикиньте. Это типа... Они просто такие же, маленькие, озорные какие-то такие. Типа, что-то толпой бегают. Вдруг это реально дети были? А, вон дух тут есть. Ну, это, конечно, здорово, что он есть. Чё делать с этой информацией? Как бы непонятно же. Ну, естественно. А это вот интересный поворот. Нет, ну так мы никогда не запрыгнем. Это странно. Это очень странно все. Подождите, вот тут еще есть. Какой-то куб. Ну нет. Оно так не запрыгивает. Ну и что? А я знаю, что. Этот дух нам не подходит. Этот дух нам не по духу совершенно. Поэтому и все. Я думаю, нас тут где-нибудь сохранили или не сохранили. Куда дальше-то хоть идти? Ну вот, прям вот туда и идти. Ну, ёперный театр! В какашки вступила. Вот. Давайте сохраняйте где-нибудь меня. Очень хочется. Ой. Оп. Оп. Вот, сохранили. Прекрасно. Как раз вот где-то вот примерно мы все, значит, записали. Короче, не знаю. Оленя, жалко. Птичку тоже жалко. Свинью тоже будет жалко. Но, видимо, уже в следующей серии, наверное, она будет последней у нас с вами.
Потому что все, уже свинюшку мы спасем и больше уже ни за какими сосудами ходить не будем, потому что переоценили мы все-таки, мне кажется, изначально эту всю историю, как-то неприкольно. Ну, лежат они там где-то на каких-то полках, ну и пусть дальше там лежат, ничего страшного, будь здорово, правду говорю. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях, все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю, пока-пока!